на Космее сенсации в открытый грунт высевают со второй половины апреля до середины мая. Однолетник отличается устойчивостью к холоду. Для рассады Космеи сенсации выбирают место с легкой и плодородной почвой, находящейся под солнцем. Период цветения начинается в начале июля и длится до появления первых заморозков. Цветочки собраны в крупные соцветия корзинки. Лепестки окрашены в яркие цвета, розовые и карминовые. Высота растений варьируется от 80 до 120 см. Используют сорт семян Космеи сенсации для оформления заднего плана цветников и клумб, рабаток. Также однолетник долго стоит в букетах. Космея сенсация – это травянистые высотой от 80 до 120 см, диаметром от 7 до 10 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка белый, розовый, карминовый. Лист растения по форме сильно рассеченный. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.